игра была так достаточно вязкой, чего не хватало вот раньше, что называется, забить этот мяч, который был столь долгожданным. Ну, просто как чуть-чуть реализация подвела. Так вроде все, доходим до ворот. А вот последний, как сказать, последнего чутья такого нету, чтобы забить гол. Держали мяч хорошо. Первая, наверное, наша игра, когда мы контролировали мяч. Они избавлялись от него, не выбивали. Прессинг играли. Как, ну, выполняли установку тренера. Что сказал, то и выполняли. Вот. Полянка, конечно, еще не в лучшем состоянии. Но, думаю, к августу, начало сезона, возобновление, она будет прям отличная. Лично у тебя как настроение? Сыграл за сборную, вообще чувствуется, что набрал замечательную форму и такой уже взрослый футбол показываешь. Ну, как сказать, ну, стараюсь, есть куда стремиться, надо попадать в основу, так что прогрессировать надо с каждым днем. В сборную получил вызов, съездил на турнир, там тоже второе место заняли, ну, играли очень хорошо, и там тренера тоже очень довольны. Насколько я понимаю, сегодня было, что называется, такое грубое слово, подваленное дерби, и принципиальный характер, что называется, носил этот поединок. Действительно было важно, вот, и тренер ваш Денисков заметил, что вот ближайшего соперника вот обогнать. Ну, нам надо было 3 очка, а с кем не брать, если только не с ними. Тем более домашняя игра, болельщики пришли, родители приехали. Надо как бы показать хорошую игру, чтобы они были благодарны. Зрелище футбольное. Конечно, получилось немного голов, но хотя бы моменты, и порадовали их победой. Так что как бы выбрались хотя бы с последнего места. Еще есть игры, чтобы закончить хотя бы, ну, хотя бы выше, что нам и надо. А так победа всегда радость приносит, и настроение хорошее теперь. И теперь в Краснодар уже к хорошему настроению будем готовиться. Вот так вот.